Друзья, значит, хожу, брожу, не знаю, что я нашел, но, по-моему, что-то я все-таки нашел. Значит, давайте посмотрим. Нормально я, извиняюсь. Нашел я что-то, говорю. Что-то, мне кажется, серебряное. Давайте посмотрим. Вот я с краю так пином разгреб и что-то здесь увидел. Надеюсь, что не лошара я сегодня. Надеюсь, это то, что что-то стоящее. Похоже на какую-то... Блин, ребята, это... Не знаю, монетка похожа или что? Дирхем, что ли? Дирхем. Блин, дирхем. Что он здесь делает, ребята? Или это какой-то не такой дирхем, как у нас? Какой-то не такой. Давайте я его помою. Блин, да, серебро нашел. Офигеть. Офигеть. Круто. Какие-то иероглифы там. В общем, серебряная монетка. Не знаю, дирхем, не дирхем, это у Боди спрошу. Он у нас по этим делам спец. Значит, уже хотел разворачиваться. Вот, дошел до края. Закончилась керамика здесь. Значит, наши все копают там, в самом низу. И иду такой, уже керамики нету. Думаю, блин, уже хотел назад идти. Потом буквально вот меня потянуло. Думаю, нет, все-таки пройдусь я еще. Вот как-то здесь красиво такой поворот. Видите, там лес идет. В общем, здесь река, ну, красиво, классно. И вот только развернулся и сигнал. Сигнал четенький. Ну, конечно, не ожидал. Я, ну, близко хожу, вообще сигналов никаких. Копаем такое железо там еле-еле в одну сторону. Короче, что-то роемся тут, пытаемся. Ничего интересного. Ну, вот первый интересный сигнал. И сразу какая-то монетка. Надеюсь, она стоящая. Я уже потом почищу, покажу. Все, друзья. Как-то так все-таки. Значит, не зря, уже ради даже одной интересной монеты, уже сегодня считаю, что не зря мы сюда приперлись. Все. Кстати, дядя Сережа нашел крестик Киевской Руси. Я его не снимал, но потом вам обязательно все покажу. Все, поехали дальше.